Всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо», и с вами я, Елизавета. Сегодня я ездила в район, в Лев Толстой, вот, за покупочками. Но нужна была морква. Морква, капустка хотела сделать я салатик себе. Вот. Увидела помидоры, огурцы. Говорю, надо взять. Вот. В общем, я расскажу, что почем стоит. Если не хотите, не смотрите это мое видео. В общем, посравнивайте цены, где вы живете, почем у вас продукты. Вот. В общем, я была в Магните. Вот, мне нужна была капуста молодая, белокочанная. Она стоит вот 62 рубля. Вот эта капуста у меня вышла на 70 рублей. Ну, кило с чем-то она там вышла. Так, дальше я взяла морковь мытую. Она по 49,49. Странная какая цена. Я взяла на 39,39. А так она стоит 49. 49. Ну, написали бы уже 50. 49,50. Так, молоко. Молоко я взяла по 116. Вот. Это наше. Лебедянское. Если смотрит Светлана Воинова. Вот. Это там у них делают молоко. Это из моих подписчиц, Светлана Воинова. Вот. Света, тебе привет. Так, почем помидоры? Так, огурцы, в общем, гладкие. Стоит килограмм 65,99. Ну, 66. Не буду, я не люблю эти 65. Вот такие огурчики хорошие. Вот. Дальше. Огурцы. Среднеспелые, пупырчатые называются. По 86,79. 86,79. Ну, мне где-то около полкило вышли те и те. В общем, 42,53 рубля. Вот. Это вот пупырчатые. Сразу видно, да, различия. Вот. Дальше. Томаты. Вот мимо томатов таких я не могла пройти. Я все люблю крупные. Крупные. И картошку крупную. И людей. Не толстых, но высоких. В общем. Томаты. Килограмм стоит 99,99. Ну, вот опять это. В общем, написали там, я видел 99. Ну, 100 рублей. Вот. Томатики такие прям хорошие, большие. Вот. Но мне нравятся малиновые, когда цвет. Но здесь вот передается никак. Вот они вообще-то оранжевые. А передаются малиновые. Так, сливки я купила. Ультрапастеризованные. Вот. Сливочки купила. Я 3 дня сидела без сливок. Я кофе люблю со сливками пить. Утром. Ну и вообще. Вот. Ну так, если так свое кофе помолоть и, в общем, там немножко налить и с какой-нибудь шоколадочкой мне так нравится посмаковать. А это я на завтрак себе сливки добавляю. Так, что у меня еще здесь? По-моему, я еще сливки брала. Да, моя цена сливки стерилизованные, 10%, 200 миллиграмм. Ага, вот они стоят. Они стоят 28,79. Вот.
28-79. Вот такие. Так, что еще я... Это я брала в магните. Товары эти из магнита. Вот, сравнивайте, какие у вас цены. Так, морковь мытая. Я говорил, 49-49. Все, это я брала в магните. Что я взяла в этом? В Пролетарском я заходила. В Пролетарском, в общем, взяла я кильку. Нет, я люблю кильку в томатном соусе. В общем, она стоит, сейчас скажу, 65 рублей ровно. Вот. Хотя она дорогая. И посмотрела, она сделана в Калининграде. Калининград здесь где-то. Вот где-то. Вот, Калининградская область, в самом низу написано. Ну, там город еще какой-то. Главное там. Так, макаронные изделия взяла. Макфа. Вот, спиральки я взяла. Так. Макаронные изделия стоят 59,50. Вот. Колбасу я нежную взяла. Я на завтрак себе нарезаю тоненькими пластиками на булочку с маслицем. Вот, нежная. Нежная стоит, видите, сколько? Вот. А так она 753, наверное, рубля. 58. 758 за килограмм. А так она стоит 275. Ну да, здесь, конечно, не свинина, не говядина. А шпик, филе куриное, соль. Ну, стараюсь не смотреть, я ее много не ем. На два бутербродика, по одному ломтику. Нормально. Вот. Чернышовый мне нравится. Вот. Колбаска. А у нас она такая продается в селе. Вот. 758. У нас она где-то, наверное, 900. Да-да-да. Так. Что еще я купила? Я купила киселя. Я в прошлый раз брала. Девочки, мальчики, как мне нравится вот этот кисель. Берешь, в чашку высыпаешь. Это облепиха с этим взяла. С абрикосом. Вот, мне нравится клубника. Высыпаешь в чашку, заливаешь кипятком. Быстро так все размешиваешь, размешиваешь в бокале в своем. И нормально. Какой хотите густоты. Хотите, поменьше налейте воды, и будет у вас густенько. Вот. Мне понравилось. Вот такую клубничку я взяла. Тоже клубничка. Клубничку я люблю. Ежевика. Морожка. Так. И облепиха. Абрикос. Вот. Я взяла. Я уже такие брала. Это я уже взяла по второму разу. И вот у меня плодово-ягодный. Вот. Я приготовила заварить киселька. Ну, это бихланчи по 28 рублей. Взяла со свининой. И взяла я с курицей. Вот. Что я еще хочу сказать? Время идет. В общем, я еще зашла на Валберес. Ездила еще из-за Валбереса. Мне пришло вот такое молочко. Супер. Ну, мне, в общем, глаза вытирать. Я не люблю это. Разочаровалась я в этих... В этой воде. В мицеллярной. Вот. Мне нравится молочком вытирать. Это 100 рецептов красоты по 150 рублей. Вот. В магазин Рубль-Бум я заходила. По-моему, там 200 было. 200 рублей. Вот. Баночка пришла вся целая. Вот стоит срок до 25 года. Все нормально. 250 даже миллиграмм. Не 200 миллиграмм, а 250. Так что... Хорошенькая. Сейчас я понюхаю.
Так, нормально, не резкий никакой запах. В общем, такой нейтральный. Так, и что я взяла еще? Я заказывала, что я заказывала на Валберес. Вот заказала я белорусскую сгущенку Рогачевскую. Вот, у меня в подписчицах, и я подписана на нее. В общем, на Свету. Она живет в Белоруссии. Привет ей передаю. Вот. Ну, банки, видите, какие? Вот две банки мне такие пришли. Пришли баночки в пупырках. Ну, разве можно в пупырках ложить? Класть. Их надо. Вот. Вот одна баночка у меня, наверное, нормальная в середине была. А эти все битые. Вот как бы. Сейчас я еще покажу. Вот. Вот вмятинка, видите? Ну, я их постараюсь. В первых рядах они у меня пойдут. Вот. Я люблю кофе. Почему-то сейчас с этим. Я раньше молоко наливала, а сейчас сгущенку. Рогачевская. Вот. Вот так вот, девочки, мальчики. Это вот хорошая баночка. А эту кидали, видно, кидали. Хотела я выпрямить. И так и не выпрямляется. Ну, это мужчина, может, какой выпрямил бы, а мне сил не хватает. Ну, ничего страшного, я ее эту баночку начну, которая сильно помята. Она была в пупырку, вот, а я там в комментариях, как они по-другому, я уже забыл, как называется. Ну, в общем, кто какие получает эти товары, они там описывают. В общем, это, да, у всех битые, в общем. А у кого приходит в коробочке, в пупырке, в коробочке, и это вообще хорошо. Вот. Ну все, друзья. Всем передаю привет каналу для друзей. Вот. Мусе привет. И всем девочкам, кто на этом канале. Я от вас не ушла. Я с вами. Просто у меня как бы, ну, некоторые проблемы. В общем. Но я так понемножку буду снимать видео. Вот, что смогу. Так что вы не думайте. Вот какие приходится это там успеваю посмотреть видео Мусы. Вот. Я привет там смотрела, но не написала. Некогда было. Так что не обижайтесь. Так, ну все, пока. Так, уже 13 минут. Все. До новых встреч. Погода у нас сегодня хорошая, солнечная, 25 градусов. Очень хорошо на улице. Хороший денечек. И всю неделю вроде стоит солнечно. Вот. Ну, жары такой не надо. Я не хочу такой жары сильной, вот, чтобы 30 градусов было под 40. Это вот прям для меня это. А так нормально. Все, всем пока.